Установлено, что 31-летний ранее судимый подозреваемый, выдавая себя за сотрудника силовых структур, за содействие в прекращении уголовного преследования в отношении 24-летнего саратовца, получил от него денежное вознаграждение в сумме более 330 тысяч рублей. После получения денежных средств подозреваемым оперативниками уголовного розыска при содействии сотрудников спецподразделения регионального главка было произведено задержание фигуранта. По данному факту Следственным управлением, Управлением МВД России по городу Саратову возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».